Вот, высаживала я в апреле месяце дыньки и арбузы. Дыни, конечно, уже отошли, но дынь было много, более 40 штук. Арбузик. Не очень крупный, но очень красный и, надеюсь, очень сладкий. Выращиваем арбузы более 20 лет. Вначале был один сорт, я привозил его из Курганской области, и там семена продавали россыпью. Его выращивали мы довольно длительное время, и у нас еще есть, это темная синяя корочка и довольно толстая корочка сама по себе, но они сладкие. Ну а стали потом экспериментировать, покупать то, что предлагают нам в магазинах. Вот в этом году три сорта тоже взяли. Ну, берем, как пишут, например, крупный, сахарный, до 12 килограммов. Никогда у нас до 12 килограммов арбузы не вырастут. Это ненормально. Такого быть не может. Но вот до 5 килограммов арбузы вырастают. И мы стали употреблять в пищу арбузы 17 июля. 17 июля. Это почти на месяц раньше, чем обычно. Ну, а технология выращивания, ну, как обычных огурцов, в принципе. Грядка тоннельного типа, можно делать навозную грядку. У меня навоза такового нет. Я укладываю, скашиваю на поляне сено. Сено немножечко добавляю куриного помета. И делаю дуги вот из проволоки шестерки, диаметр 6 миллиметров. И укрываю пленкой. Но вот один момент, если кто хочет выращивать арбузы и иметь постоянный урожай, высевать арбузы, семечки, надо числа 20-го, плюс-минус от температуры в квартире, 20 апреля. Арбуз не должен вырасти в плеть. У него максимум должно вырасти два настоящих листочка, не более. Потому что иначе они потом пропадают, загнивают, пропадают, и ничего толку не бывает. После того, как высадили, вот здесь надо беречь их от заморозков. В этом году мы подморозили вот эту грядочку немножечко. То есть укрывной материал помимо пленки. И укрывать обязательно на ночь. Не обязательно, если заморозков нет, укрывать можно одной пленкой. А если предполагаются заморозки или прогнозируются, то обязательно укрывной материал сверху. Вплоть до того, что я даже включал подогрев. Ну, лампочку подвешиваешь внутри тоннеля. И все. И вот выдержать этот период, а потом уже можно на день снимать, чтобы опыление было более существенным, на ночь снимать, вернее, на ночь закрывать обязательно, а на день, даже в самую жаркую погоду, лучше первый период открывать торцы тоннеля этого, открывать, чтобы продувались, иначе они сгорят. Вот две беды, или заморозишь, или сгорит. Они же вот вес-то наберут приличный, и оборвет и плеть, и вообще все оторвется, и не зрелый урожай мы не получим. А это же вот рекомендация, это в сетках-то вот существует испокон веков, что в сетке подвешивать, если даже поляри выращивать. Ну а дыни-то тут, часть он в сеточке висит, а часть просто вышел с положения. Беру так же, как привязано для плети шнуру, и вот под дыню петельку подвешиваешь, ее побег-то, и она висит на своей плете. А когда созреет, пускай падает. И так все равно снимать ее, скушаем. Первые где-то лет 10 вот, выращивал в открытый грунт, сразу сеял в начале мая-то. Вот. Ну, а тут началось колебание сильно весеннее у нас-то, температуры. То заморозки, то еще что-то, то вообще холодная весна идет. Сперва ранняя, а потом холодная. Стал через рассаду. Но я запаздываю с рассадой. Надо раньше, надо где-то в апреле месяце, числа 20-го уже, чтобы они были посеяны. Вот. А иначе они в другой раз это. У людей смотришь, мои же семена, у них в два раза крупнее, они раньше посеяли, а у меня поменьше. Ну, потом наверстываю.